Около часа омские полицейские преследовали Land Cruiser. Рано утром сотрудники госавтоинспекции сообщили, что у кафе на улице Перелета стоит дорогая иномарка, в которой спит водитель. Через несколько минут полицейским пришлось уже догонять внедорожник. Сначала водитель Toyota остановился, но уже через секунду резко рванул вперед. Погоня длилась около часа. В какой-то момент полицейские потеряли из виду нарушителя, но все-таки задержали его в поселке Верхний Карбуш. Есть. По трассе? Есть. Завернули Верхний Карбуш. Преследование продолжалось еще несколько минут. Брошенный джип был обнаружен в полях. Водитель пытался скрыться уже на своих двоих, но не получилось. Мужчина оказался пьян. На него оформили сразу три протокола, а машину отправили на спецстоянку.